Доброго здоровья, мои уважаемые посетители канала. Что я хочу сказать? Я прозанимался 2 года гравитационной гимнастикой. Прозанимался довольно-таки плотно. Общался я и с основателем гравитационной гимнастики, с Самодумовым Анатолием Ивановичем. Общался и с его последователем, Кривых Сергеем Прокофьевичем, который создал на базе гравитационной гимнастики вот такой интересный тренажер. Ну и все это назвал несколько по-своему изодинамическая гимнастика. Хотя там те же 5 упражнений, но подход изменился. Не надо вешать огромные веса, там вот 700 килограмм, значит это 700 килограмм. Можно использовать тренажер, в котором за счет рычага получается, что вы вешаете 10 килограммов, а на выходе получается 40 килограмм. Ну такое усилие надо сделать. Теперь вернемся ко мне любимому. Вот по происшествии этих 2 лет плотных занятий, самостоятельных занятий, конечно, я смотрел Самодумова, как, что, что он советовал. Конечно, я, кстати, я у него немножко позанимался, где-то занятия 2-3. Столько же занятий я провел и в Екатеринбурге, когда там был у Сергея Прокопьевича. Одно занятие на, значит, вот, как гравитационная гимнастика, в зале гравитационной гимнастики. И одно занятие на его тренажере. Послушал, что они говорили. И, естественно, начал заниматься. Конечно, это совсем другое, когда ты сам занимаешься, нежели под чьим-либо руководством. И я вспоминаю себя, когда я начал вообще заниматься подъемом тяжести, тяжелой атлетикой. Ну, сейчас думаешь, как начнешь пахать, и результат начнет расти, не понимая, с какими вообще трудностями придется встречаться, решать. Ну, в первую очередь, это и перетренировка, это могут быть и различные травмы, это и надо сообразить, что такое техника, ее применить к себе и далее наработать, ну, короче, много. И вот гравитационная гимнастика. Уже будучи мастером спорта, я являюсь по тяжелой атлетике и, кое-что понимая, как тренироваться, значит, я начал заниматься гравитационной гимнастикой. Так и оставим это название, гравитационной гимнастикой на тренажере Сергея Прокопьевича Кривых. Вот это, я считаю, более правильным. Отдать уважение и родоначальнику Самодумову и продолжателю этого дела в несколько ином варианте Сергея Прокопьевича. Там несколько еще подходы, настройка разная. То есть веса огромные. Самодумов говорил, что если я не поставлю здесь определенное энергетическое поле по достижении примерно 700-800 килограмм, начинают люди ломаться. Ну, я это просто слышал. Вот. У Сергея Прокопьевича несколько, как бы сказать, иной подход. Надо входить в определенное состояние. Ну, так он рекомендует. То есть, вот. И человек там начинает заниматься. Все это, конечно, интересно.
Вот после первого занятия гравитационной гимнастикой в Екатеринбурге я почувствовал что-то действительно, что-то такое выдающееся. И начал его, значит, применять. Вот съездил к Самодумову. Возможно, сейчас я бы несколько более плотно поездил к нему. Дорога 900 километров от Каменска-Шахтинского до Серпухова. Туда 900 обратно, надо переночевать. И плюс занятия гравитационной гимнастикой не дешевые. Ну, раз в две недели как-то это поднапрягло. И это дело оставил. Там были у меня, конечно, серьезные проблемы со спиной, с суставами вообще. Особенно это было в 16-м, где-то 17-м году. Вот. И когда я вновь попал в Екатеринбург, к Сергею Прокопьевичу, и увидел его тренажер, и позанимался на нем, вот, прошел это занятие, вроде бы я особо там ничего такого не поднимал. Вроде бы. Но придя в гостиницу, у меня поднялась температура. То есть началась перестройка организма от этих вот занятий. То есть методика очень сильнейшая, которая перестраивает, начинает перестраивать. Это мое уже мнение сейчас, я говорю по происшествии 2 лет занятий. С энергетического уровня и дальше начинает перестраиваться все в организме. Должна подготовиться, естественно, костная система, сухожильно-мышечная. Кстати, у меня интересно, мышцы стали мягенькие. То есть для того, чтобы вот это вот как бы напряжение или энергетику через себя пропустить, мышцы не должны быть какими-то скованными, забитыми, они должны быть мягкими. И в то же время они могут сильнейшим образом и напрягаться, и проводить. Удивительный феномен. Приедя домой, я понял, что как-то надо этот тренажер сделать, приобрести, ну, что угодно. Я такой человек, если я понимаю перспективу вот в этом, я, значит, тогда отбрасываю все. Для меня главная цель, а средства будут находиться. То есть можно, конечно, было деньги там потратить на одно, на другое, а ты вот это не сделал, ты вот на это. И вот я начал заниматься. Начал я заниматься самостоятельно. Я выложил год занятий, как я занимался. Следующий год я не выкладывал. И вот не хочу сказать, что у меня там особое умение к занятиям. Нет, вот эту тренировку довольно-таки... занятия гравитационной гимнастикой довольно-таки очень трудно схватить. Здесь вы должны использовать свой собственный ум, вы должны использовать свой собственный настрой на выдачу максимального усилия. Ну и чтобы не затягивать все, так сказать, вот, как бы сказать, отчет больше для себя, привез я этот тренажер где-то 31 марта, ну а сейчас, завтра уже будет 30 марта. Провел первое там занятие, просто вот я его установил, собрал и с пустым тренажером позанимался что, что и как. Потому что читаешь, слушаешь, это одно. А когда ты практически занимаешься, это совершенно другое. Не все так просто.
Это действительно не все так просто. Но тем не менее, вот я у себя дома установил этот тренажер. И довольно-таки часто, не раз в две недели, а гораздо чаще, раз в неделю, а то и даже это чаще, я начал заниматься. Потому что для того, чтобы схватить вот это вот усилие, ты должен делать, делать и делать, пока у тебя что-то там образуется в голове, как и что это делать. И то до конца не образовалось. Но тем не менее, начал я с пустого тренажера. Да, там и колено у меня побаливало, я думал, даже левое колено, ну все, придется с этим расстаться. Тем не менее, все прошло. И со спиной немножечко там проблемки были, когда я 500 потянул, как-то она придавилась. Ну, ничего, рассосалась. Вот вчера я сделал 460 без всякого якого. Ну, еще другие, знаете, не столько проблемы проявляются с костями, связками, сколько, допустим, с тем, чтобы был укреплен живот, чтобы у вас грыжа не вылезла. Ну и другую технику. Ну, ладно, я как-то, знаете, хочу вот много-много рассказать, выложить все это, знаете, чтобы вы как-то, если с этим делом столкнетесь, ну, были более подготовлены. Ну, понимаю, что большинство из вас просто слушает и... Так вот, подведем итог этих занятий. Во-первых, значит, увеличилась энергетика. Во-вторых, увеличилась жизненность. И самое интересное, накопление энергетики ведет к тому, что у вас... Если имеются какие-то недомогания внутренних органов, с наличием повышенного количества энергетики в организме, они начинают выправляться. Это очень интересный феномен. И происходит, как бы сказать, не столько рост результата, сколько вы внутренне работаете, вы оздоравливаетесь, вы вот это лучше. Такой, знаете, необычный, как бы сказать, эффект – это возрастание потенции, мощность этой потенции. Это я на себе прочувствовал, поэтому я там не буду там. То есть я сейчас говорю то, что я сам прочувствовал. Ну, конечно, лучше голова заработала, но лучше, намного лучше. Интересные сны снятся. То есть, как бы сказать, происходит решение тех проблем, которые у тебя были, о которых даже ты не знал. С ростом энергетики ты их начинаешь решать. Это очень интересный феномен. Как-то улучшилась фигура в целом. Появился такой интересный, здоровый оптимизм. Ну вот с ростом энергетики появилась масса всевозможных таких интересных феноменов. Ну что, я, конечно, продолжу дальше заниматься, а сейчас кратенько тех результатов, которые мне удалось достичь. И не поломаться. То есть мне удалось, как бы сказать, преуспеть, только преуспеть. Несмотря на то, что были разного рода серьезные проблемки во время этих занятий. Так вот, дожим ногами. Мой лучший результат 760 кил. Дожим руками лежа. 220 я сам. И интересные феномены такие применяются. Как энергетическая дуга, когда там тебе легонечко-легонечко подмогают. Значит, в этом 280 килограмм. Ну, я буду... Вот, больше считать вот, то, что я сам. Итак, 220. Основное упражнение это штанга на поясе. Как раз то, которое проявляет вот эту, всю эту мощь. Мне в конце концов удалось оторвать тонну. Оторвать тонну. А 900 килограмм на 5 раз. Это говорит о
хорошей мощи вообще, возросшей. Просто как-то, знаете, это вот изнутри, когда ты понимаешь и чувствуешь. Далее, тяга у меня 500 килограмм, я сам. Это, конечно, колоссальный вес. А интересно, с энергетической дугой 570. И штанга на плечах 400 килограмм. Вот просто-напросто подержать штангу весом 400 килограмм, слегка ее там приподнять, это огромное усилие, который говорит, насколько увеличится энергетика позвоночного столба, связок, все вот это, суставов, костей и так далее, чтобы это сделать. Ну, далее я продолжу заниматься, и если будут какие-то такие очень интересные результаты, я с вами поделюсь. А пока вот такой вот, знаете, отчет человека, который прошел через это, 2 года плотных занятий и имеет свое мнение. И не поломался, и не развалился, а преуспел.